Шалкарское районное управление государственных доходов провело День открытых дверей. В рамках акции специалисты рассказали о работе мобильных приложений «Есалық Азамат», «Есалық Бизнес», «Салық Бот». Был продемонстрирован моментальный способ оплаты налога на имущество и транспорт. При этом в торговых домах и магазинах вывесен специальный код, по которому можно получить информацию о приложениях. Цель акции – повышение цифровой грамотности населения. В мобильном приложении «Есалық» есть польза. Я, сидя дома, смогла заплатить налог за машину. У меня осталась лишняя сумма, и мне вернули эти деньги. Здорово, что придумали такое приложение для удобства народа. Особенно удобно с этим приложением работать предпринимателям. Удобно. Нам тут объясняют, что можно закачать приложение в телефон и, не выходя из дома, проводить нужные операции.